Кем и когда основаны украинские города? Киев 482-й, князь Кий, Чернигов 690-й, князь Черный, Житомир 884-й, дружинник Житомир, Ужгород 894-й, князь Арпад, Полтава 899-й, князь Вещий Олег, Днепр 940-й, воевода Свенельд, Луцк 1000-й, Владимир Великий, Ивано-Франковск 1085-й, князь Василько Ростиславович, Черновцы 1185-й, князь Ярослав Осмомысл, Львов 1256-й, Данила Романович, Ровно 1283-й, Данила Романович, Черкасы 1362-й, князь Ольгерт, Винница 1363, князь Ольгерт, Одесса 1413, Катюба Якушинский, Николаев 1415, князь Вивовт, Донецк 1530, гетьман Лянскоронский, Хмельницкий 1431, Владислав II, Кропивницкий 1533, гетьман Астафий Ружинский, Тернополь 1540, гетьман Ян Амор, Запорожье 1552, гетьман Дмитро Байда, Сумы 1652, атаман Кондратьев, Харьков 1654, казак Иван Каркач, Херсон 1672, атаман Иван Серков.